Мастера добрых дел готовятся отметить профессиональный праздник. 5 декабря – Международный день волонтеров. Однако волонтерство – это работа без выходных и отпусков. Добровольцам приходится быть в ответе за тех, кого приручили круглый год. Подробности в сюжете Кирилла Салетина. Где наши ушки-то? Ах, и не ушки на макушке. Нина Савина – волонтер со стажем. Месяц назад ее история спасения жизней очередных пушистых жертв человеческой безответственности даже попала в объективы телекамер. Тогда женщина нашла в своем садоводческом товариществе 5 брошенных щенков и 1 котенка и приютила у себя. Всех беспризорников Нине Александровне удалось пристроить в добрые руки. Месяц спустя – новая история. В поселке Вересники сгорел дом деревянный. Хозяевам были предоставлены новое жилье, но, к сожалению, своих четвероногих друзей они не взяли. В результате 2 взрослые собаки родили щеночков, и на пепелище этого старого дома, сожженного, появились щеночки. Всего с пепелища в Вересниках волонтеры спасли 10 щенков. Часть уже удалось пристроить. Сейчас нужно найти дом и хозяев еще 6. 2 живут у самой Нины Савиной. 2 девочки. Одна полуовчарка, вторая просто крупная черная собака вырастет. Вот они очень красивые, уже прирученные, осмотрены ветеринаром, чистые, здоровые, крепкие, хорошо играют, хорошо кушают и готовы сторожить частный дом или просто быть компаньонами или друзьями в городской даже квартире. Возраст щенков от 3 до 4 месяцев. По словам Нины Савиной, родители достаточно крупные собаки, примерно до колена взрослому человеку. Такой четвероногий друг действительно не даст в обиду и компанию составит во время прогулки. Если вы хотите приютить одного из этих малышей, звоните Нине Савиной по телефону 75 97 75. Кирилл Сосолятин, Иван Швецов, Игорь Охотников и Вячеслав Голиков. Вести, Кировская область.